Сьогодні у програмі. У Миколаєві відбулась сертифікатна виставка собак усіх порід «Осінь Прибужжя 2015». Знайомимось з її учасниками. Восени для породистих собак та їх господарів настає час себе показати та інших споглядати. Так, всередині вересня у Миколаєві відбулась сертифікатна виставка собак усіх порід «Осінь Прибужжя 2015». В рамках заходу, традиційно організованого клубом службового собаківництва, пройшов чемпіонат України серед усіх порід. «Осінь Прибужжя» – це відбір кращого песика як за екстер'єром, тобто зовнішнім виглядом, так і під час показу його умінь і здібностей. Виставка є святом і для тварини, і для її господаря. Приобретінням опыта поучаствуємо, посмотрим. Как бы особо нічого не ждемо, просто поучаствовать. Еще не принимали никаких выставках участия, просто первый раз пришли посмотреть, может быть, будем. Нет, не в первый. Сколько, не могу сказать, но давно мы начали выступать. Ну, года 4, наверное, я его вожу на выставке. Он призы получал, все. И в Херсон мы ездили, в Одессу мы ездили с ним. Ему 10,5 лет, зовут его Лорд. Ну, мы гранд-чемпион Украины. Мы практически принимаем участие каждую весну и осень. Ну, и мы уже вышли в класс ветеранов, где пожилые собаки. И так, где уже титулы не присваиваются, ничего. Просто подтверждаем, какие мы есть. Я зовут Лейсан, восходящая звезда, но дома она просто Черри. Нет, с ней я принимаю участие не впервые. Она у меня уже кандидат в чемпионы Украины, кандидат в международные чемпионы, лучший представитель породы. Она вот уже принимает 4-й раз участие в выставке, а я принимаю участие в выставке уже 5 лет. Виставка – це місце зустрічі професіоналів та кінологів-любителів, де можна обмінятись досвідом і просто поспілкуватися. Усі чотири лапі, які отримують перемогу в своїй віковій групі, стають кандидатами у чемпіони України. І тільки деякі обранці отримають чемпіонський титул. Попородно лучший в порівнянні лучшей кобелі, лучшая сука получить титули чемпіон України. Кожну групу конкурсантів оцінюють окремо у рингах. Тут не только маленькие собачки на площадочке, здесь декоративные породы. Правила отбора очень просты. Собака, она должна соответствовать какому-то определенному стандарту, который прописан в книжке стандартов. И судья, он оценивает ее принадлежность к данной породе, то, как она относится к этому стандарту, все ли у нее правильно. И, соответственно, он выбирает лучшего представителя породы, который наиболее соответствует своему стандарту. Для участі у цій виставці було зареєстровано більше 160 собак, близько 100 порід. Їх географія не обмежується тільки Миколаєвом. У нас участвують, завжди приїжджають дуже багато, практично з усього югу України. З Одеси, з Білгород-Дністровської, з Ізмаїла, навіть дві собачки, з Дніпропетровської. Запорожья, из Херсона, фактически. Раньше приезжали еще и крымские собачки. Теперь в силу понятных причин им сложнее выезжать. Кого тут тільки не побачиш. В одному місці в певний час зібралися і добре знайомі, і досить рідкісні породи собак, як от золотистий ретривер чи бішон фризе – французька маленька порода з групи болонок. История этих собачек очень древняя. Когда-то давным-давно моряки привозили этих собак королям именно французской династии. И они именно там и прижились. Даже Генрих IV на все свои такие совещания всегда брал их с собой в корзиночке. После чего уже, когда случилась французская революция, собаки были вынуждены не одно столетие, ну, скажем, жить на мусорниках, ну, пока их там не приметили бродячие комедианты. То есть вот так потом порода уже Финляндия в 75-м году дала породе бишон фризе, именно как утвердила это как статус этой породы. А вообще они очень древние, характер идеальный, послушные. В общем, плюшевые мишки, идеальные няньки для детей. То есть
спокойные, преданные и, естественно, любимцы. Ну, вообще он у нас Элвин, богоявленский талисман. Ему уже почти 3 годика. Вот такой он у нас умничка. Сейчас ему уже 9,5 лет. Это, пожалуй, самый старейший ретривер в Николаеве. Когда мы появились, то ретриверов не знали. Их фактически не было. Это собака, которая идеальная. Она даже по каталогу идет, как не друг или кто-то, а компаньон. То есть собака-компаньон. То есть собака идеальная для общения. Это единственная порода, в которой отсутствует ген агрессии. То есть, что бы вы с ней ни делали, хоть вы будете по ней ходить, он может гавнуть, но он никогда не схватит, он никогда не укусит. То есть, и в Англии эти собаки используются в хосписах для реабилитации тяжело больных. Как поводыри, как разыскники, то есть собака, которая оптимальная для общения. А ось це 4-місячний самоїд на прізвисько Чендлер. Хоча коли цуценятком ця біла грудка шерсті підкорила серце своєї майбутньої власниці, Наталя і не підозрювала, що порода рідкісна. Независимый, очень умный, не продается за корм, то есть невозможно его купить, ему надо только объяснять, почему надо делать. Ну такая достаточно собака по характеру, независимая. Я могу сказать, что, конечно, такой эмоционально разговорчивой собаки я еще не видела. То есть ему если что-то не нравится, он об этом дает знать, причем не просто видом, а еще и голосом. Но не гавкает, а вот как разговаривает. Так что очень легко с ним общаться. І хоча очі розбігаються від собачого розмаїття, легко зауважити, що вже вкотре найбільше на виставці представників однієї породи. Більше всіх традиційно це німецьких овчарок. Значить, ну, пожалуй, так слідуючими будуть це кане-корса, там азіати, мопси. Этих собак достаточно много, йоркширские терьеры. Справді, господарі вівчарок доводять, що це найкраща, найрозумніша, найпривабливіша порода. Та на думку професіонала, вона залишається улюбленою за традицією, а інші собаки за своїми робочими якостями ніяк їй не поступаються. Тільки треба знайти підхід. Як кажуть, слова треба знати заповітні. 6 лет. 15 августа было ему 6 лет. Зовут его Скай. Это моя первая собака. Ну, друг очень хороший, охранник очень хороший. Послушный, охраняет двор, не вредничает. Вот если, например, игрушка закатилась в огород, у меня он не огороженный, ничего там нету. Вот закатилась, он ждет, чтобы я ему достала. Не лезет никуда, ничего. Послушный мальчик. Да, никогда ничего не грыз. Один раз только, когда был маленький, елку откусил кусочек. И после того он вообще ничего. Вы знаете, у меня первая собака. Ну, сказать, что она... Ну, она очень умная, она послушная. Вот он, вы знаете, он ходит за мной все время. Откуда я? Вот я, например, в огороде что-то делаю, он приходит со мной, сидит и смотрит, что я делаю. Он прямо не отходит от меня. Также я считаю, что очень умная собака. Мне, правда, сравнить не с чем. У меня она первая, но самая любимая. Я вообще не представляю. Теперь раньше я даже не думала, как собака можно. Сейчас я не представляю своей жизни без собаки. Она очень умная. Немецкая овчарка просто в том виде дрессировки, ну, какой существует на сегодняшний день, начала использоваться раньше других собак. Поэтому сложился уже стереотип ее поведения. Ее легче всего хозяину с ней справиться. Это первое. Ну и второе о том, что ну, в погранвойсках, в милиции раньше использовались только они. И у многих владельцев сложилось впечатление, что они действительно там самые умные. Хотя это, в общем-то, не так. Все собаки абсолютно умные. Просто бывают более упрямые, более своенравные, с более дерзким характером. Вот с такими, естественно, справиться сложнее, особенно новичку, очень тяжело. Для неупередженого суддівства оцінювати собак запросили суддів національної категорії з Києва, Запоріжжя та Харкова.
А ось для господарів цих песиків усі хатні улюбленці заслуговують на найвищі бали. Познайомимося з деякими учасниками ближче. Та дівчинка. Ее возраст 2 года. Она не такая уж и крупная, средняя собака и не доставляет никаких неприятностей. У меня ребенок 7-летний, легко выходит и выгуливает такую довольно-таки крупную собаку. А в моменты дрессуры, ну, насколько сложно подается? Очень легко подается. Буквально месяц работы и самые стандартные все команды она все может выполнять. Она очень энергичная, как я. Все время ей что-то нужно делать, играть с кем-то. Внимание. Если гуляешь с ней на улице, то нужно так подолгу, чтобы она прям идет уже домой и хэкает, уже все, уже не может. Что очень любит разные игрушки, грызть, кусать. Очень высоко прыгает, то есть она может прыгнуть, ну, может прыгнуть выше меня. Год и три, Эрик. Чудо самое любимое появилось у нас где-то полгода тому назад. Подарили. Вот. Очень любим. Чудо зовут Симон, порода московский, староживой. 11 месяцев нам. Парень с характером. С характером, как у кавказца. То есть очень такой своенравный парень. Ну, справляемся, ходим на дрессировки. 3 раза в неделю регулярно тренируемся. Дома уживается нормально, спокойно, в принципе. Так он нам. Ни мы ему не мешаем, ни он не мешает. В общем-то, я довольна. Я еще сомневалась вначале, такую породу брать или нет. Теперь я уверена, что я поступила правильно. То есть я очень довольна своей собакой, и больше я породу эту не поменяю ни на какую другую. И наша Зарина, мудрый самур. Нам всего лишь пока исполнилось 10 месяцев. Мы малыши, растем, стараемся. Занимаемся, мы ходим на послушание, на дрессировку, спецдрессировка, работаем на снарядах. В длину вот вчера на 2,15 взяла ров, спокойно, практически с места, потому что вот малыши учатся. Ну и все остальные там снаряды хорошо работают. Стараемся. В ході виставки власники песиків мали змогу отримати професійні поради від досвідчених кінологів та ветеринарів. Для глядачів організували показові виступи дресирувального центру, а також розважальну програму. Варто додати, що виставки покликані підвищувати інтерес до порід собак та їх престижу. Тож щорічно зростає кількість учасників таких заходів, їх чемпіонів та прихильників.